Для доставки мальков с места их разведения до водоема используются специальные контейнеры. Они защищены от воздействия солнца, перепадов температуры, а чтобы рыба не заглохла, воду обогащают кислородом, подавая газ из баллонов. Если дорога долгая, воду меняют, закачивая ее из рек и озер, которые попадаются по пути. Вот эти мальки приехали на Ингаду из Усолий Сибирского района Иркутской области. Ехали порядка 18 часов. Ну, мальки и рыб сохранились хорошо, то есть отход минимальный. А они стресс какой-нибудь испытывают при перевозке? Ну, естественно, и закладывается даже на перевозку небольшой отход. В этот раз в Ингаду выпустили чуть больше 470 тысяч молоди сазана. Конечно, пересчитывать их никто не будет. Это и долго, да и очень непрактично. Здесь уже приходят на помощь задачки из начальной школы. Малька взвешивают, вычисляется средняя штучная навеска. Да? То есть у нас здесь порядка 260 килограммов чистого веса малька. Берется тара в учет, да? И туда добавляется уже чистый малек, который отлавливают с очками. Вот таким вот образом. Эти малыши, которые весят чуть меньше грамма, через 3 года дорастут до 1 килограмма. Правда, повезет так далеко не всем. У него хорошая приживаемость для нашего региона. В связи с этим выбран этот вид. Сейчас вы выпустите мальков. Через сколько лет они уже будут взрослыми осевыми, которые смогут давать потомство? Выживет. Сколько рыбы? Я думаю, что если 10% даже достигнет этого возраста, это будет хороший вклад как бы, в экосистему реки Ингада. И в целом Амурского бассейна. Евгения Бузлаева, Даниил Ботвинский, Анастасия Шадрина, РТК Забайкалье.